Здравствуйте, друзья! У нас Светлана зачитывает вопрос. Я давно заметила такую особенность в поведении людей моего поколения, а также чуть постарше меня или помладше. Мы очень многое в жизни не доделываем до конца, не отдаемся на 100%, не выкладываемся на полную катушку. И перед глазами встают образы наших мам и бабушек, которые, приходя домой с работы, продолжали ее дома. Готовили, стирали, шили, уроки у детей проверяли. Я помню, как моя мама в 2 часа ночи могла стоять на кухне и печь пироги. А у меня иногда бывает так, что я прихожу на работу и могу как заведенная работать, переделать все, что отложено, выйти в выходной или праздничный день. А иногда просто тупо смотрю в монитор компьютера и дожидаюсь вечера, чтобы уйти с работы. При этом я не устаю так сильно, что падаю от усталости, ничего подобного. Так вот, у меня и возник вопрос, что у людей вашего поколения и старше было внутри такое, что вы, не останавливаясь, работали с полной отдачей. Да и сейчас не лежите дома на диване, а продолжаете ежедневно ездить на работу. Что было и есть внутренним мотивом для постоянной работы? Мне кажется, что наши бабушки вообще не знали слова «лень», в отличие от меня, например. Может быть, я слишком самокритична, и не всегда может быть как новая батарейка, но что-то внутри подсказывает, что я больше ищу оправдание своему бездействию в то время, когда могла бы просто пойти что-то сделать. Так, у меня такое ощущение, что солнышко нам в глаза. Давай. Ну, сейчас, очень хотелось бы услышать ваше рассуждение и, как вариант, получить интернет-пендель, чтобы оторвать свою пятую точку от мягкого стула и просто что-то сделать. Заранее спасибо, с уважением, Ирина. Давай я камеру поверну, а то но солнце слепит. Что бы я сказал? С одной стороны, так чисто по наблюдениям, субъективно, Свет, вот ты скажи тоже, я не чувствую, что какая-то в этом есть разница между поколениями. Есть. Есть, да? Вот. С другой стороны, если, например, нам кто-то говорит, разница есть, я тогда начинаю соображать, а в чем, собственно, может быть эта разница? И первое, что мне в голову приходит, это то, что у молодежи сегодня на порядке больше всяких, ну, как бы выборов, понимаете? И ты начинаешь, когда ты начинаешь что-то одно делать, и ты вдруг начинаешь чувствовать не мое, что-то не то, понимаете? Вот, всегда есть еще миллион всего, на что можно переброситься, если человек внутренне активный. Если он внутренне неактивный, то ему всегда не хватает там и так далее. А в нашем поколении полно было лентяев, полно было людей немотивированных. И, собственно, вся жизнь, которая была тогда, она мотивировала человека не работать, не выкладываться, ничего такого не делать. То есть были люди, которые выкладывались независимо ни от чего, но просто вот такие работники. Знаете, они самореализовывались в работе и так далее. Но в общем и в целом материального стимула никакого не было, карьерного роста практически не было. Ну ничего такого не было. Другое дело семья. И женщина, которая в 2 часа ночи там готовит эти пирожки, могла, конечно, готовить их, потому что, ну, просто нельзя было пойти в кулинарию и купить пирожки. Хотя какие-то, ну, не знаю, мы в Москве жили, в Москве были, кулинарии много чего было. Но другое дело, когда ты, опять, как женщина, да, ты реализуешься в том, что у тебя семья, и ты хозяйка, и ты вот заботишься о своей семье и так далее. Да, Свет? Громко. Я хочу вот что сказать, но оно же на меня смотрит, поэтому... Да. Нормально будет со звуком. Не будет нормально, пожалуйста, скажи громко. Ну, как могу. Да. Дело в том, что предыдущие поколения, у них не было в лексиконе слова «хочу». У них было в лексиконе слово «надо». И вот это «надо» они всю жизнь подчиняли не жизни в удовольствии и получению каких-то там радостей от жизни, а они жили под принципом «а как иначе?». Нет, надо. Я помню мою маму. Но это надо, оно и давало радость. Ты делаешь то, что надо, ты правильно. Ну, они получали удовлетворение от сделанного, да, как человек после тяжелой физической работы, да, вот он выкопал траншею, и он испытывает удовлетворение, потому что он сделал это, да, в этом смысле. Сегодня люди более расслаблены, это правда. Светик, можно я вставочку одну маленькую? Если ты помнишь фильм «Дети Дон Кихота», и там Папанов врача играл. Да. И вот его сын, который заканчивает институт медицинский, и он хочет, чтобы его послали куда-то на Дальний Восток, на Крайний Север, у него такие молодежные дела, он рвется в бой, а в итоге его распределяют куда-то под Москву,
в какой-то там, ну, не знаю, дачный какой-то там городок маленький. И он говорит отцу, когда я вырасту, он говорит, что я детям скажу? Вот ты, говорит, ты воевал, ты это, ты то, говорит, а я что своим детям скажу? И Папанов ему говорит, ты скажешь своим детям, что я хотел поехать на Дальний Восток, на Крайний Север, я хотел это и это, но я всю жизнь проработал здесь, в Подмосковье, потому что так было надо. Да, понимаешь, вот, понимаешь, да. И, вот и это вот, было... Вот. Да, это, значит, одна сторона медали, когда действительно жизнь тяжелая, да, и если ты не сделаешь, то никто не сделает, а делать надо. Да. И она вынуждает. И, естественно, на бытовые услуги, на бытовые работы уходило гораздо больше времени. Не было стиральных машин. Вот моя мама написала воспоминания, что... У них когда была большая стирка. Ты про 30-е говоришь? Они стирали, ну, старшее поколение. Потому что я лично тоже вижу, что мы уже немножко лучше живем. У наших были стиральные машины? Ну, подожди секунду, да. Дай сказать. Но когда моя мама была маленькая, да. У них в коммунальной квартире была большая стирка. Приходила нанятый человек, помогал стирать, крахмалить, вываривать. Сегодня, ну, сюда. Сегодня отдал ты в химчистку или в прачечную, или там сам постирал в машине. Совершенно другое дело. Намного все быстрее, намного эффективнее. Да, конечно, темп жизни был более медленный. И поэтому в этом темпе жизни очень много времени уходило на трудоемкие операции. Да? И получалось, что человек как белка в колесе. Он все время крутится, у него покоя нет. А ты вспомни, что очень многие шили. Да, вязали. Потому что купить ничего нельзя было. У Светы вот была вязальная машина. Да. А я помню, что моя мама, например, вот она тоже работала полный рабочий день, а потом она приходила и до 2 часов ночи там, то, что купили какие-то продукты, где-то достали, и потом до 2 ночи она готовила, чтобы на следующий день была в доме еда. Например, вот такие вот вещи. А я помню, знаешь что, вот они жили в Киеве, Светины родители жили в Киеве, но прямо в самом центре, уже центральнее не бывает. И... там квартал от Крещатика, и там был гастроном, как он там назывался, самый центральный, главный гастроном. И вот они выходили, а гастроном работал, по-моему, до 11, и они выходили там 10:30 из дома, чтобы там, ну, за полчаса до закрытия, и чтобы чего-то такое купить, когда очереди нет. То, ну, есть, да, то есть у них просто покупки делались. Да, очень тяжело было. А ты знаешь, что мы можем повернуть камеру на ту сторону, а во-вторых, очевидно, не мы одни едем. Нет, едем не мы одни. Насчет поворота камеры, я смотрю, как тень ложится. Ну, может быть, давайте попробуем повернуть камеру. Да, вроде бы ничего. Повернули камеру. Да, и видно, что, в общем-то, дорога такая не просторная. Дорога, друзья, в этом есть преимущество, потому что дорога не шумит. Так, мы можем спокойно поговорить в тишине. Так, Света, я слушаю дальше. Да, кроме того, это вот то, что мы поговорили, что жизнь вообще была более медленной, и больше ресурсов человека уходили на то, чтобы поддерживать его вот в каком-то нормальном состоянии. Да? Ну, да. И поэтому получалось, что он действительно как белка в колесе целый день крутится, чтобы просто свою жизнедеятельность каким-то образом обеспечивать. Да? У этого была другая цена, другая сторона, я хочу сказать. Вот если сегодня я смотрю у нас в школе, девчонки есть, вот там 28, 30, там 32, они просто как школьницы носятся, да, и выглядят просто, ну, глаз не оторвать. В нашем, даже в нашем поколении, я не говорю в поколении наших родителей, там, я не говорю там 30-е, 40-е, но я говорю, даже в нашем поколении, там, скажем, 70-е, они бы уже были изношены, как я не знаю что, и вида бы не имели никакого. То есть вот этими домашними заботами они тогда и детей довольно рано заводили, да, там и в 20, и в 21, и в 22, там уже практически у всех девочек были дети, а то и по два. И вот эти вот домашние заботы, стирка, готовка, и у них не было, ну, во-первых, не было времени собой заниматься, во-вторых, не было никаких, не было той косметики, правда? Не было парфюмерии там и так далее. Да, молодые все равно хорошо выглядят. Верно, молодые. Свет, но изнашивались, понимаешь? Ну, слушай, жизнь была тяжелее, да. Жизнь была тяжелее. Поэтому сегодня остается, да, сегодня даже мы говорим о том, что на производстве, может быть, повысилась настолько производительность труда, что уже людям не нужно по 8 часов работать на рабочем месте для того, чтобы выполнить какой-то объем работы. Да? Ты говоришь про общество в целом. Да, да. А усредненно можно перейти, там, например, на 6-часовой рабочий день и больше заниматься времени там какими-то. Никто бы не заметил, да. Никто бы не заметил. Поэтому действительно темпы жизни убыстряются, и, соответственно, высвобождается свободное время. Теперь
теперь вопрос такой насчет лени. Действительно, вот если у человека нету задача что-то сделать, мотивации, да, мотивации нету. Угу. Вот он просыпается утром, говорит, а что я буду сегодня делать? Ну, захочу, пойду в сауну или в бассейн, или с подружками потусуюсь. Ну, как-то так, да? То вот такой расхолаживающий, в общем-то, ритм жизни, ну, он и приводит к такой ленности, да, и такой жизни не спеша. Если ты утром просыпаешься, ты говоришь, я должен сделать это, пойти туда, сделать это, то оно немножко само по себе заводит. То есть это как часовой механизм, знаешь, такой с обратной подкруткой, которая тебя стимулирует еще что-то делать, если у тебя есть дела. Мои наблюдения такие, что люди, которые не работают, женщины, они заняты не меньше, чем те, которые работают. Вот, казалось бы, ей нечего делать, но она при этом очень занята. Но это правда. Опять же, это у нее в голове, она себе планирует. Я утром просыпаюсь, я себе на день планирую, что я должна сделать. И тогда встаешь, и сегодня вот ты делаешь все четко. Первое, второе, третье, четвертое. Да? Вот я сегодня в 6 утра встал, ничего не присела. Сейчас у нас уже 12 час. Да? А когда посвободнее день, думаешь, вот это или это. Ну и вот так вот, и не очень хочется напрягаться. То есть вот это ваше ощущение, что вы сидите на работе целый день, ничего не делаете. То есть можете работать, крутиться как белка в колесе и получать удовольствие. Потому что, например, у вас идет какой-то творческий проект, и вам это интересно, он вас мотивирует, вы хотите больше и больше сделать, и носитесь, и все это, и зажигаете других, и все хорошо. А бывает скучно, да, вот в нашем тестировании бывает, вот нет билда, ну вот нет. Релиза нет, да. Релиза нету, и все такие вялые ходят. Мелочевку подбирают. Да. И все ходят вялые, квелые, ничего не делают целый день, и время тянется очень медленно. То есть, да, этот факт имеет место быть. Но я хочу сказать, что мы, когда вот в Советском Союзе работали, было невероятное количество людей. Я не знаю, как на заводах это происходило, но вот, допустим, в НИИ, в КБ, вот где мы со Светой работали, там были люди, которые дымились, причем непонятно с чего. Ну, то есть они как-то... Им было интересно, или они чувство долга у них было, я не знаю, но они просто дымились. И была масса народу, которые, ну, как бы они присутствовали, даже они могли благородное выражение лица при этом сделать, но, в общем, ничего не делали. Было очень много людей, которые, ну, как советская система такая, там, у нее двое маленьких детей, ну, мы не можем ее там теребенькать слишком сильно. Она там, ну, понятно, она не может сосредоточиться. Этот, у нее там муж алкоголик, там ее побил, там это еще что-то. И было очень много людей, которым, ну, как бы, ну, понятно, что он вот так работает, и вроде это нормально. Были люди, освобожденные фактически от производственных обязанностей в силу того, что они какой-то общественной работой занимались, они там по профсоюзной линии, по комсомольской. Было полно народу, да, которые были ленивые, как я не знаю что. Ну, шаляй, валяй. Еще раз. Ленность, это возникает в той мере, в которой человек может себе ее позволить. Да. Человек, который занят и не может себе позволить лениться, он лениться не будет. А как только расслабляешься и думаешь, вот так вот, ну, будет лениться. Ну, лень – это, другими словами, отсутствие мотивации. Да. Правильно? Ну, бывает, нет мотивации, конечно. А бывают люди, которых вообще в принципе нельзя мотивировать. У них просто очень низкий уровень энергии. Согласись. Бывают люди, которые вроде, думаешь, никакого мотива нет, а он мотивированный. И я всегда вспоминаю вот эту побосенку там про двух мальчиков, которых запускали в комнату, и вот пессимистического мальчика запускают в комнату полную игрушек, и он хнычет, и он говорит, там жираф не того цвета, слон какой-то кривой, там, и все ему не так, понимаете? А другого мальчика жизнерадостного запускают в комнату, и там посередине такой, знаете, такой пирамидкой, навоз. И он в этот навоз шнырк туда, и давай копать. И ему говорят, что же ты делаешь? Это, правда, по-английски рассказывают, я вот так вам. Значит, он прыг туда и копает. Ему говорят, что ты делаешь? Он говорит, with that much of shit, there should be a pony. То есть, когда столько дерьма, столько навоза, навоза, значит, пони где-то должен быть. Понимаешь, не может же просто так быть дерьмо. Понимаете, вот у него мотивация пошла. И это... Есть люди просто с низким уровнем энергии, и ничего нельзя сделать, ну просто ничего. То есть, конечно, если придет большая беда, то, может быть, он как-то расшевелится. То есть уровень беды, безусловно, влияет на, как бы сказать,
на то, что человек вынужден делать. Да, не то, чтобы он будет это радостно делать. Ты мне напомнил, я не помню, на каком-то тренинге ты прозвучала, уж не помню сейчас, что бабка на печи лежала и уже помирать собиралась, да? Да. И вдруг ей сообщают, что там ее дочь там погибла в аварии, остался ребенок вообще бесхозный, его то ли в детдом будут отправлять, то ли что. И эта бабка встает с печи, еще 20 лет воспитывает внука, пока он не вырастет. Да, встала с печи и пошла. То есть все, человек был... Поэтому... Понимаете, какая штука? Да, конечно, можно себя искусственно мотивировать, да? Но надо себя как-то зажигать. Вот это... Нет, но искусственно зажигать, или а если не зажигается? Это особое. Искать, что зажжет, да, это сложный вопрос. Света, есть другая сторона у этого всего. Вот человек, такой весь работник, такой весь востребованный, такой весь, понимаешь, там дымящийся и так далее, выходит на пенсию и умирает. Да, нельзя. Это просто массово. Это не то, что единичный случай, когда... В основном, когда тебя с работы отправляют на пенсию, вот вчера ты был еще востребован в клубке событий, в жизни, все, замечательно. А говорит, до свидания, все. И человек не знает, чем заняться. Если у человека есть фокус семейный, то есть он работает, например, да? Очень тяжело. Но послушай, у него семья, у него внуки, какие-то дела, его что-то с жизнью связывает. У него планы должны быть, понимаешь? Человек, вот когда выключали, я помню, что были такие случаи, да, когда это же было связано с деньгами, нужно было освободить позицию, чтобы на это место кого-то взять. Да, с должностью. Поэтому могли в один день сказать, знаешь что, ты уже пенсионного возраста, все, ты уже завтра не приходи. И человек, если он заранее не спланировал себе, а что же он будет делать завтра, вот это вот... Особенно мужики. Да, вот этот перечень работ, а что же он будет делать завтра, у него остается стучать домино во дворе, да, или там на рыбалку пойти раз в год. Но в основном выпивать вот как-то там, не знаю. Есть аналогично очень известная проблема, вот когда психологи, если вы поговорите, они вам расскажут, что есть такая проблема у спортсменов. Вот человек занимается спортом, он еще молодой совсем, у него достижения, он увлечен, у него там игры такие, игры сякие, он готовится к турнирам и так далее. И вдруг раз, травма, или он чего-то достиг. Он достиг, он стал чемпионом, там, не знаю, олимпийским, или там мира, или ну вот чего-то он достиг. И это его высшая точка. И дальше возникает вопрос, как жить? А дальше что? Потому что и вот уходит мотивация, и он может и спиться, он может и в тюрьму попасть, и так далее. Я вот думала, понимаешь, как для того, чтобы поддерживать эту мотивацию какую-то, ну, люди примерно понимают, что им интересно делать, да? Вот если бы у меня была куча свободного времени, то я бы занимался вот этим, да? Да. То есть, в принципе, как, вот мы опять возвращаемся, совершенно не связанный с письмом вопрос, да, о целеполагании. То есть человек, например, хочет чего-то добиться, у него есть цель, а у него в загашнике должна быть уже следующая цель, чтобы он точно знал, вот когда он это закончит, да, он потом займется вот этим. И это очень согревает и немножко убыстряет достижение. Я прямо чувствую, Света, цели, как многие наши зрители помоложе записывают в словарь слово «целеполагание», такое устаревшее, наверное. Да, но без этого никак нельзя. И из советских диссертаций. Иначе будет полное расхолаживание, вот действительно нежелание делать ничего. Должна быть система целей, система мечт, да? Я хочу сегодня вот это... Ну, подожди, что же должна? Ну, вот у нас же все время вопросы на канале, все время вопросы. А как себя, а как быть? Вот хочется мечтать, хочется стремиться, и не стремится, и не мечтается. Вот как быть? Это же колоссальная проблема. Это в том, при всем, Свет, что у них сегодня... в десятки раз больше возможностей, они могут заниматься бизнесом. Конечно, но послушай, они могут путешествовать, они могут работать за границей. Боже, Света! Это кажется, вот знаешь, как с точки зрения, например, голодного человека, когда ты ставишь полный стол, он говорит, как же ты можешь сидеть и смотреть на полный стол, тебе не хочется ничего съесть. А с точки зрения человека, который сидит и каждый день видит этот стол, он говорит, надоело. Ты помнишь, как мы, когда приехали, заходили в магазин, и у нас глаза разбегались, а тот человек, который уже жил здесь там 10 лет до нас, он говорит, да нечего взять. Он говорит, а что, нравится? Нравится, да. Мы говорим, да. Он говорит, а я смотрю, нечего взять. Окей, была такая частушечка. Такая, поезжай-ка на восток, говорит мне папа. А на восток это стройки комсомольские, там БАМ, там еще что-то, еще что-нибудь там строили. Вот, еще раз. Поезжай-ка на восток, говорит мне папа. А не хочу я на восток, а я хочу на запад. Вот человек был мотивирован. Вот на восток он не хотел. И там родители говорят, он ленивый, понимаешь? Да он просто хотел на запад. Вот, поэтому
А так хотел поехать куда-то. Поэтому, поскольку вы уже в каком-то поколении, так, и вы в этом поколении живете и ни в какое другое, значит, переходить не собираетесь, собственно, это и невозможно. Вот, поэтому сосредоточьтесь на себе. Вот как бы глобальная проблема того, что изменилось там за последние 30 лет, или там 50 лет, или там 70 лет, ну, так оно изменилось. То есть это не отвечает на вопрос, что мы с этого будем иметь, такой практически. Вот, а он хотел пендель, понимаешь, этот интернет-пендель хотел. Так интернет-пендель с точки зрения мотивации. В том, чтобы завершение дел. Да, завершение дел. Вот когда будут одни дела, которые надо делать, да. Да, так волей-неволей будет волшебный пендель. Но есть примыкающий к этому вопрос о том, нормально ли, допустим, не доводить дело до конца, переключаться на что-то и бросить, или все-таки, вот если уже взялся, надо доводить до конца. Я хочу сказать, может быть, это золотая середина. Может быть, это не инструментальный ответ, но должна быть какая-то разумная комбинация. То есть, с одной стороны, если ты уже видишь, что там ловить нечего, и как бы, а есть другие дела более серьезные, конечно, переключись. Вот, но у человека должен быть стержень такой, который позволяет ему, сказав, это я должен довести до конца, довести до конца. Например, он взялся там учиться в университете, и где-то ему скучно, где-то ему не нравится, где-то там что-то его отвлекает. Я не знаю, там какие-то заработки у него, может быть, левые там пошли, он спрашивает себя, зачем это и так далее. Но если он осознает важность, там, скажем, высшего образования, и он сказал себе, я его должен получить. Значит, не бросай, доведи, и чувство, очень важно в себе иметь, знание, уверенность в себе должна быть, что вы, если припрет, если это надо, если вы мотивированы, вы можете это сделать. Потому что есть люди, которые знают точно про себя, что бы они ни захотели делать, в какой-то момент оно у них там, значит, где-то оторвется, и они не станут доводить до конца. Если вы точно про себя знаете, что вы никогда ничего до конца не доводите, то это катастрофа, потому что вообще бессмысленно браться за что-то. То есть вы должны знать, что вы можете. Для этого нужно периодически что-то доводить до конца. Даже если, например, не очень хочется. Но надо доводить до конца. Вот я вам хочу сказать, что я учился в аспирантуре, в заочной. Значит, у меня аспирантура была в Казани, а жили мы в Москве. Но специальность вот эта, по которой я учился, вот там был, значит, головной институт Академии педагогических наук. И там у меня был руководитель совершенно потрясающий, дядька, там академик, директор института и так далее. А я уже работал, а уже какая-то кооперация началась, я уже зарабатывал, что мог заработать там кандидат или там доктор, или даже академик там, Академии Педнаук, это были такие смешные деньги по сравнению с тем, что я уже зарабатывал. И как бы какая-то открылась такая, знаете, ниша в жизни и все. Но я взялся. И вместо того, чтобы там, скажем, просто бросить, я говорил себе, я же не могу бросить, надо доводить. И вот там каждый раз, как приходило письмо какое-нибудь, типа, там, знаете, говорит, если вы там к такому-то числу не представите нам там, в лабораторию там очередную главу, мы вас отчислим. И я, значит, все бросал, садился, 3 дня писал эту главу, значит, отсылал, приезжал, значит, там ее обсуждали, там, как положено было по процессу. И так далее. Хотя мне уже совсем не хотелось. То есть и не нужно было, и мотивация ушла, и все такое. Но если бы мы не уехали со Светой, то я вас уверяю, что я бы защитил эту диссертацию, хотя мне уже вот тут это все было и так далее. То же самое было, ты помнишь, Свет, как я учился в Тверском университете, в Калининском по тем временам. Почему-то мне хотелось вот получить образование по математике. То есть я чувствовал себя как-то обделенным в этом смысле. И уже закончив институт связи, уже работая, я поступил в этот Тверской университет, тогда это назывался Калининский университет, он назывался. И это все-таки 2,5 часа от Москвы на электричке. Это все-таки там 4 года это обучение продолжалось, я там ускоренно сдавал какие-то курсы, что-то мне перезачли. 4 года жизни. И мне это не было радостным. Я честно, я не понимаю, зачем я связался с этим совсем. Но уже... Хотелось, мотивация была. Мотивация была, но уже связавшись, я уже держался, и как бы это тоже мне по работе мне это ничего не давало. Ну, я даже не знаю.
Свет, вот ты на меня со стороны смотрела, у тебя не было вообще удивления, почему я не брошу это все? Ну, я не думал на эту тему, но хочется человеку позаниматься. Ну да, да, а все так говорят, ну пусть там блажь какая. Знаете, в то время второе высшее получать было так странно, никто не мог понять зачем. Но к чему я говорю? Если хочется. Ну, если хочется. Дело в том, что меня все не просто там что-то меня отговаривали, чтобы я шла в аспирантуру, там и защищалась, и родители в первую очередь. Зачем отговаривали? Тебе, да, зачем тебе это надо, оно тебе надо. А мне хотелось, вот хотелось и все. Но и в итоге, вот это желание, оно да. очень сильно пробивает все, да. Но в итоге не то, что ты с этого что-то поимела. Ты знаешь, что это поимела, конечно. Нет, в развитии. В развитии, конечно. В развитии. Не то, что это вот так, как бы... Но это, наверное, не буквально. Любое образование не надо рассматривать буквально, да? Как корыстное что-то. Да, что сейчас это поимею. Это общий кругозор, это эрудиция, это видение мира вокруг да, себя. Да, это, да. Поэтому в этом смысле, я не знаю, конечно, вот мы очень много писем получаем, что сейчас их не учат там ничего. В университетах. Да, но, наверное, все-таки кругозор какой-то дают. Ну, если учиться. Если свет. Учиться, да. То есть они говорят, да я вот на работе могу там больше приобрести, чем там в университете. Ну, на работе это прикладное, совсем другое. Ну, я считаю, что мы меж исчерпывающе ответили. Все, друзья, мы тему исчерпали, как я не знаю что, как колодец вычерпали ведрами. Так что, друзья, получили вы мотивацию или нет, я не знаю. Но давайте мы сэкономим ваше время на то, чтобы вы могли уже остановиться и пойти что-то полезное сделать. Хорошая концовка? Очень. Счастливо.